Штормовое предупреждение сохраняется на все выходные, это суббота, воскресенье. Мы ждем во второй половине дня в субботу и в ночь субботы на воскресенье такие же осадки, как произошли этой ночью. Призываю всех арнопчан быть внимательными, бдительными, усилить контроль за детьми и престарелыми. В случае каких-то нештатных ситуаций обращаться по телефону 320-94.